кошкам сварили куриные шкуры, продаются в магазине. 10 гривен, акция сентября 2017. Ну, кошкам понравилось. Вот такие они. Хотя кошки любят сухой корм, но надо же и давать такую пищу, немножко природную, каким положено кушать хищники, все-таки хоть и маленькие, но хищники. Ну так, конечно, видите, красиво, температура, теплая воздуха, они себя чувствуют в комфорте. Кошкам вообще высокая температура, где-то я читал, что до 38 градусов, то для них вообще комфорт температура такая вот может достигать. Они выдерживают и хорошо таким. Видите, как лапки облизывают. Черные кошки, они вообще свой шарм имеют. Они, кто их держал, то они к ним привыкают и видят в них красоту в черных кошках. Видите, такая, вон дальше третья кошка сидит. Все три таких разных вида. Ну, все облизываются, вкусно, все-таки сытно. Чувствуют кошки, что полезное кушают. Дать надо куриный жир, чтоб не пах. Умывайся. Ну. Хотя они требовательны к еде, когда вот кушать хотят, все троем приходят и просят кушать. И так бывает раз 5 на день даже, как минимум. Ну, тоже на них надо, как говорится, прилично, как за человеком, ну, досматривать, чтобы трех кошек иметь, и плюс собачка. Дальше вы увидите собачку, как он пришел тоже смотреть, что они кушают, чтоб, может, если получится, то забрать у них. Ко мне. Пой. Еще пой. Ну, пой. Красивее пой. Красивее. Красивее.